Как думает богатый? Существует куча мифов. Я знаю очень много богатых людей. И я вам скажу прямо. Богатые люди совершенно не думают о деньгах. Богатые люди думают о результатах. Они думают о достижении целей. И деньги для них – это просто, ну, где-то доказательство правильности принятого решения. Где-то это для них возможность следующие какие-то шаги сделать. Но вот они не думают, я хочу 100К, 200К, 500К и вот это все. Это все мифы. Значит, что таким образом можно действительно добиться успеха финансового. Финансовый успех приходит, если вы сделали какую-то штуку, которая способна генерить деньги. Только если вы думаете про эту штуку правильно, вы будете зарабатывать. Во всех остальных случаях, когда вы думаете, вот бы мне побольше денег там, и так далее, вы находитесь в логике человека, который к богатству вряд ли расположен. Вот. Отпустите идею про то, что нужно заработать больше, и смотрите на то, что вы можете сделать, какой результат вы можете получить, где вы можете быть востребованы, что нужно другим людям, и тогда все шансы на богатство у вас появляются.